что несешь? Вороник. Тут написано не ходить, но разве это нас останавливало когда-нибудь? Это вьюпоинт, исследуем. Зеленые горы. Кто знает, что это? Зеленые, а не синие? Синие. Может, зеленые? Синие. Вроде все. Солнце опять вышло. Что-то тут интеракшн какой-то происходит. Украинцы подходятся вместо россиян. Удобно. Ну, посмотрим, что тут бывает между Агрей. Тяну же, да? Тяну же. Тяну же. А что тяну же? Что тянули? Не знаю, вы делаете эти. Что несешь? Вороник. Вот, смотри, какой сказочный лес. Thank you.
там тоже лавочки, зона отдыха. Угу. Ну да. Прикольно. О, домик лесной. Домик? Домик какой-то. Ага. Может, шалаш. Прикольно. Вот это у нас в Латвии Швейцария настоящая. Озеро Кома, да? Mm-hmm. Это уже Италия получается. Вон домик. Там надо смотреть. Я знаю, вот откуда дым. Вот это, конечно, Куба, им отсюда не надо тебе скатываться. Там еще одна. Кстати, там какой-то тропа. Тоже делают шашлык какой-то. Фу, конечно. О, а там что, вдалеке на другом берегу, там как будто куча машин. Как они туда попали? Ну да, машины. Интересно. Ну, с этой стороны такой крутой берег справа. А там пологий. Вон кто-то еще подъезжает. Хм, я не знаю, там нельзя заехать, но будем знать. Thank you.
Че, не хочешь тоже поучаствовать? Вообще очень классное место. Мне прям нравится. Другую уже. Вон, смотри, и там вот тоже ходят. Да. Круто. Вот, туда еще лучше видеть. Тут написано не ходить, но разве это нас останавливало когда-нибудь? Класс. Класс. Ну да, тут такой ад, но тут сейчас нормально, а зимой вполне было бы опасно, между прочим. Там еще, смотри, замерзло. Угу. Да, я над этим не сел местом, угу. И вниз посмотрел. Угу. Было видно, что там лед еще. Угу. Выбормаешься? Тебе помочь, может? Подожди, дай посмотрим. Пожалуйста. Мы же далеко не идем, мы вот это viewpoint исследуем. Все у тебя? Все у тебя? Отлично. Обратно идет, чтобы где ничего.
назовешь, считай вот эти тим. А? Маленький квест, считай вот эти тим. Если так до шести. Каждый раз тогда. Ну, квадратно большой. Я вижу. Шайб. Ну, чисто теоретически можно, конечно, но лучше пока не надо. Посмотреть можно даже не да, конечно. 4 километра всего лишь. Где-то там кино уже говорят.